Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, мы сегодня с тобой продолжаем играть в Калибр. Да, про Калибр я не забыл, мы немножечко с тобой играем. Чего я сегодня хочу? Вышло обновление, ребят, сегодня. Ну как сегодня, 5 числа? 5 числа вышло обновление, добавили новый режим, временно, к сожалению. Но добавили взлом от первого лица, ребят, взлом от первого лица. Мы с тобой в него именно и будем играть. Многие там поливались... В группе ВКонтакте я почитал, плевались и так далее. Говорили, зачем первое лицо? Вы убиваете игру своим первым лицом. Фишка игры в том, что от третьего лица. Ну, в общем, там нытики набежали, короче говоря. Но пацанов нормальных, которые говорят, что да, надо играть с первым лицом. Только от первого лица, потому что это и есть нормальный шутер. Вот. Ну, в общем, там споры, но все-таки те, кто... поддерживает игру с первым лицом, от первого лица, их больше, потому что это реально шутер. Чтобы не облизывали стены, не обсасывали всякие укрытия, как некоторые там любители облизывать стены, да, с видом от третьего лица, то здесь такого преимущества не будет. Вот, а здесь первое лицо что-то подправили, там оружие что-то немножко, то-се, его модифицировали, и сейчас вроде можно поиграть нормально. До 19, по-моему, октября этот режим доступен, можно зайти поиграть. Начнем с тобой, знаешь, с кого? Начнем с каравая, потом волком, может, поиграем. Ну, наверное, пророком. Короче, здесь отключили. Зачистка. Нет, давай взлом. Первое лицо выбрать. Идем за каравая, короче говоря. Что за взлом, если кто-то не играет, не знает, что такое взлом. Короче говоря, две команды. Одна команда должна, грубо говоря, заложить бомбу. Вторая должна разминировать бомбу. Только там не бомба, там надо... Одна команда пытается взломать сервер. У нее есть устройство взлома, и она должна взломать сервер, а другая должна либо команду противника уничтожить, либо не дать взломать сервер. Вот. Вот такие вот пироги, ребят. Не знаю, как запись будет. У меня почему-то некоторые записи по Enlisted подлагивают. Бывает рассинхрон звука. Наверное, кто смотрит мои видео по Enlisted, господи, по калибру. Замечали, у меня там в некоторых видео рассинхрон звука. Это косяк, я не знаю, какой-то косяк. У меня все нормально, как бы. Это косяк при рендере. Почему-то именно калибр, когда рендерится у меня есть проблемки. Кстати говоря, напоминаю, если кто-то хочет поиграть в эту игру замечательно, попробовать. Ссылочка в описании будет. Заходите, качайте и получайте удовольствие. Вот, ну, по крайней мере, она бесплатная, чего бы не скачать и не попробовать, правильно? Правильно, я считаю так. Бесплатненько зашел, поиграл. Вот, у нас что, у нас пацаны... Я играл в этот режим один разочек вообще. Когда-то давно-давно. Но по сути играется как обычная PvP. Просто не дать противнику сервера взломать. Либо нам надо взломать сервера. Мы за кого? Мы за защиту, что ли? Защитите систему от взлома. Так, вот они будут взламывать. Они будут взламывать. Так, а где у нас есть? Вон есть Б. Есть А. Либо туда пойдут, либо туда. Блин, я медиком, кстати говоря, играю, то я чё обрадовался. Вот, многие там что-то воняют насчет этого первого лица, ребят. Типа, мол... Это неинтересно. Это неудобно. Поддержка. Есть. Неудобно. Плохо. Есть. Неудобно, плохо говорят, ну не знаю. Вот игра с первым лицом, это муа, конфетка, это муа, шедевр. Я не знаю, это очень классно играется, очень здорово. А, да, отключили здесь, туман войны есть. Кто спросит, что за туман войны, что это такое? Ну это, короче говоря, видишь, мне, короче говоря, видишь, на союзника навелся, и видишь, силуэтик его персонажа выделяется. То есть вообще, по умолчанию, когда ты играешь... Он все время выделяется. Пойдем снайперу поможем. Он все время выделяется. А здесь такой типа некий туман. То есть выделение персонажа выделяется. Фу, отключается. Понятно. Надо было там идти. Да, но я тут хрен что сделаю. 5 побед надо сделать.
Вот. Ну, короче, режим, ребят, с первым лицом. Для настоящих мужиков, ребят. Если ты мужик, вот, ты будешь в него играть. Так как я мужик. Ой, видали, не выделяется. То есть я его так заметил. Блять, там поддержка. Он мне не даст. Да. К сожалению, ну, я тут ничего не сделал. Там либо снайпер меня закроет, либо, ну, тут, ну, я медик еще, ребят, как бы. Ну, старался. В следующий раз идите с микрофонами. В следующий раз идите с микрофоном. Хорошо, хомик, обязательно. Чтобы вы там, блядь, я лишь всегда микрофон выключаю. Я всегда микрофон выключаю. Кто-то скажет, зачем? Это же командная игра. Не вижу смысла, и так здесь все понятно. Зачем эти микрофоны, чтобы какие-то старперы там мне что-то указывали и так далее. Ну, есть, знаете, вы знаете, да, какой комьюнити в играх. Вот, я... Я не хочу, чтобы мне кто-то там что-то орал. Ну, вы знаете, в общем, про комьюнити игры. Ну, и вообще комьюнити игр. Снайпер противника. Блять. Видите, не выделяется снайпер. То есть, как в обычных играх. То есть, намного сложнее играть. То есть, для тех, кто любил обсасывать углы в калибре, этот режим, конечно, будет сложный. Это для настоящих четких пацанов, кто играет. Блять, кто играет. Кто играет нормальное ПВП. А кто меня, блять, трахнул? Так, у нас там снайпер лежит. Блять, вот куда ты там залез? Алёша. Взлом системы Альфа. Ой, это этот ушел, да, штурмовик туда. Давай, хуй с ним. Смешно. Наш, короче говоря, это. Долбанулся. Все, да, забрал. Красава. Красава у нас, чувак, конечно. Вот. Да-да-да, я тебя прикрываю, не переживай. Вот, в принципе, мне нравится. Слушайте, играется приятненько. А, мы должны теперь взломать. А взломщик у кого? Ага, у снайпера. Ну, надо снайпера, значит, надо прикрывать. Ага, передал ему. Понятно. Ну, пойдемте все шарашки на конторы. Поодиночке здесь ходить нет смысла. После, кстати говоря, того, как раунд сыграли, восстанавливается броня, ребят. Броня восстанавливается, выносливость не восстанавливается, жалко. Броня восстанавливается. Подкинули, подхилили. Сами себя хилят, молодцы ребята, делать ничего не надо. Даже там могут вообще нас сейчас обойти. Ага. Пойду-ка я обойду. Пацаны зажались у нас. Это вот чем это могло грозить. Нас бы сейчас обошли. Димка красавчик. Видишь, сейчас бы нас зашли, он сбоку бы нас... А это волк, кстати говоря, у них оперативник. Он бы нас сейчас здесь всех бы положил. Все, пацаны немножко за спиной. Опять заигрываются, знаете, есть проблема. Игроки заигрываются и зажимаются все в угол. Взломщик получен.
Зажимаются все в углу, это плохо. Вот. Противник, внимание. Противник, внимание. Я не вижу никаких противников. От первого лица играется очень шикарно. Реально играется как шутер. Снайпер, укрытие. Я сообщил о снайпере. Великолепно. Есть. Себя подхилим. Так. Идет. О. Не понимаю, где. Он дает информацию. Блять. Молодец. Молодец, забрал, красавчик. Нашему нужна помощь. Ебать, мне медпомощь отказывает, прикиньте. Ну я того забрал, этого забрал, как бы все отыграл как надо. Долго перезарядка. Перезарядка патронов долгая, 5 минут. Это очень долго, ребят. Это очень долго. А у меня патронов буквально 2 целых. Ну, 3 магазина, по сути. Нам бы, на самом деле, бы надо бы разделиться как-то. Угу. Наша поддержка кого-то отрабатывает. А, нет. Ну, блядь, ну, пацаны. Противник. Пошел нахуй. Есть. Все, забрали. Красава, молодцы. Удачи. Лайкосик. Под видео лайкосик поставьте. Вот такие, ребята, пироги. Вот такие вот пироги. Вот такой бой получился. Мы отыграли, в принципе, нормально. Даже без связи, без всего. Тут может так, здесь так понятно, что делать. Как бы и так понятно. Надо идти и ликвидировать врагов. Все. Мы что там, кстати говоря, по статистике? Что-то настреляли даже. Мы 8 настреляли. А вот Штерн у нас вообще никого не настрелял. Играл я и этот. В общем, вот этот. Угу. Вот. Вот такие пироги. Играли, кстати, против Волка, какие-то вагабонга этого. Вот. У них, кстати говоря, тоже не особо кто-то играл. 9 минут. 9 минут мы потратили. Вот. Вот такие пироги. А чё у меня поэтому? А я так никого, да? Ну, вот это я бы хотел восстановить здоровье союзникам. Я так и не это, да? Угу. Угу. Первым вывести я не вывел. Ну, ладно. Я думаю, для первой серии по этому режиму понятно. На этом мы с тобой закончим. А в следующей серии мы уже с тобой продолжим. Обязательно будет следующая серия. Обязательно жди, обязательно подписывайся. Обязательно заходи в ссылку в описании и скачивай игру и играй. Лучшая игра, лучший режим, лучшее все. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.